быстрее. Короче, ладно, вы свое взяли. Поеду с вами. Или побегу за вами. Так. Вот и все. Еще один уровень прошли. И, кстати, по-моему, я вспомнил карту Speedrun. Была интересная. И G-Master. Что-то жестоко будет. Короче, понятно, ты как обычно тупишь. Кубик дурацкий. Сейчас сам все разберусь. Так, это прошли, это хорошо. Заткнись, пожалуйста. Куда, что? Чуть не упал. Так. Как обычно, все происходит просто безудержно, быстро, и ты не успеваешь уследить за этим. Так. Попробую пройти этот уровень как можно быстрее. Ну, попробую. Я себя лучше знаю, так что, скорее всего, ничего не получится. Я понимаю, что будет сложно. Уже видно, что ничего хорошего здесь. Блин, ну давай же. Это я просто отвлекся, извините, пожалуйста. Сейчас попробуем еще разок. Давай. Вот это уже интересно. Блин. Я спокоен, словно птица. Не помню слова песни. И я ступил снова. Так, ну все прошли. Двигаемся дальше. Что? Что делать? Было круто. Понятно, почему называется уровень EG-Master. Блин. Ну давай, работаем, ребята. Давай. Переборщил. И что дальше? А, понятно. По-моему, это будет сложно. Пути отступления нет назад. Ладно, мужчины не плачут. Да блин! По-любому, вам кажется, что это очень легко. Но на самом деле... Это не так легко, как кажется. Пока этот кубик еще приедет. Так, давай.
давайте еще разок. Блин, почти доехал. Нужны тренировки. Упорные тренировки день и ночь за этой игрой. Но я же не дурак, чтобы тренироваться в это каждый день. Есть. Фух ты, блин. Я молодец. Так, тут осторожно, на платформу падает. Блин. Попался же сам. Только сказал, что попался.